Hello, guys! Hello, everyone! Я вам чуть позже объясню, как включить субтитры. Welcome to Colombia! Bianguita Beach! Buenaventura Ciudad! Valle de Cauca Province, or Departamento! Pacific Ocean! Ladies and gentlemen, my dearest friends, Pacific Ocean welcomes you in Colombia. Small gulf, small beach and bay here. I don't have a word. Really, my English already disappeared. I lost all my vocabulary and dictionary. Here, nothing to be commented. I cannot tell you anything more. I'm gonna translate it to my Russian and Spanish friends. Probably I will try to make three language видео. Итак, друзья, если вы еще не поняли, как включать субтитры, я вам сейчас объясню. Вверху, значит, в правом верхнем углу, там есть кнопочка, две буквы С или С русские. Нажимаете на них, включаете субтитры. Потом нажимаете рядом на шестеренку, и там при помощи другой кнопочки переводите субтитры на русский язык, если повезет. То есть у вас будут субтитры русскоязычные. Это на тот случай, если у меня будут в дальнейшем какие-то ролики на иностранных языках. Значит, я буду делать это частенько. На данный момент мы находимся в Колумбии. Значит, здесь у нас такой пляжик полуэкзотический, простенький. Значит, не самый роскошный, но зато очень милый. Я бы сказал, лучше, чем ничего, потому что я давно уже не был на пляже, тем более на берегу Тихого океана. А вот здесь мы как раз именно так и находимся. Умиротворяющая, просто умилительная, божественная обстановка. Мне разрешили даже сделать тут кемпинг бесплатно. Ну, в принципе, он даже тут стоит, если платить, он стоит $5 в сутки. У меня есть палатка, значит, но мне дали пока бесплатно. Сейчас будем смотреть, сколько дней пройдет. Я надеюсь, что меня никто не потревожит. Я с собой купил много еды, привез. Значит, это Колумбия, в окрестностях города Буэнавентура я сейчас нахожусь. Друзья, подписываемся, ставим лайки, жмем колокольчики, делимся роликами с друзьями, пишем комментарии внизу, колокольчик делаем черного цвета. Сейчас у нас должен наблюдаться где-то закат солнца, скоро, я вам обязательно его покажу. И когда будут выходные, это будет уже завтра, тут должно быть много людей, туристы какие-то. И я думаю, больше людей будет весело и, скажем так, интересно и не скучно. Так? Колумбия прекрасная страна, я расскажу вам о ней чуть-чуть позже. Да, пожалуй, сейчас расскажу. Вот я уже тут 2 недели, пока я еще очень мало заплатил. Более того, я уже много-много раз жил бесплатно, ехал бесплатно. Пользовался транспортом также бесплатно. У людей очень добрые, есть гостеприимные люди, люди, в принципе, простые, открытые и дружелюбные. То есть я бы сказал, что очень-очень неплохие сейчас у меня такие почему-то обстоятельства складываются, ну, потому что я умею их создавать. Чего и вам всем желаю. Хорошего вам лета, пускай будет мирным небо над вашей головой, когда-нибудь отпуск придет в вашу жизнь. И также не забываем ощущения. Если вы еще не поняли, я отдыхаю под пальмами сейчас абсолютно бесплатно. Вот здесь пальмы, вон там кокосы. Я думаю, все видят, да? Это берег Тихого океана, если кто-то еще не понял. И вот за моей спиной там будет стоять моя палатка под одной из пальм. Мне пообещали, что меня никто тревожить не будет. Мне даже разрешили ее поставить. И даже сейчас пошли варить мне мои макароны. Бесплатно. Вот так, друзья, если вы... Будете заходить на мой канал, вы узнаете все хитрости и тонкости и секреты бесплатного путешествия и беззатратных странствий вокруг света. Так, что вам еще сказать? Пишите, если будут вопросы, внизу под этим роликом. Bienvenido a Colombia, playa Bianguita, cerca Buenaventura, ciudad, Pacífico Oceano, Pacífico, hermoso lindo playa. Por favor, suscribir este canal y compartir este video con tus amigos. Puja me gusta botones. Poner timbre en
color blanco, color negro, disculpa, por favor. Colombia es el mejor país de Latinoamérica. Muy bien población y muy hermosas playas. Chévere. Yo soy muy feliz y muy alegre. Y encanta viajar todo el mundo, nuevos años, casi sin pagar y casi sin stop. Ahora yo visitando 90 países. Por favor, unirme y vamos, viajamos juntos, amigos. Bienvenido a Colombia, bienvenido a Playa en Pacífico. Океану. Gracias. И nos vemos en fin del mundo. No olvidar, por favor, para suscribir este video. Gracias.